Как считаете, служебный роман – это хорошо? Может ли такие отношения, когда оба свободны, закончиться семьей? Почему нет? Конечно, может. Ну, может быть. Они же оба свободны. Что мешает им создать семью? Лично мое мнение, то это, наверное, хуже. Все-таки на работе ж можно отдохнуть, да, от семьи. А здесь и дома вместе, и на работе вместе. Быстро устанешь, надоест, и будут проблемы и сложности в жизни. Я думаю, вот так. Если оба холостые, почему бы и нет? Очень много интересов общих и по работе. Есть о чем поговорить и вместе в свободное время провести. А уж если занята одна из сторон, то это категорически я против. Есть опыт, что молодые по молодости работали вместе, поженились и до сих пор счастливо живут. А, да почему нет, конечно. Наверное, многие так делают. Думаете, это удобно? Ну, на работе же друг друга узнают получше. Времени проводят больше. У вас есть такой опыт? У меня нет. Не могу сказать наверняка, потому что у меня, допустим, руководители, это муж, жена, и у них прекрасные взаимоотношения. Но иногда они переходят в нечто, может быть, не очень хорошее, когда начинаются какие-то разрозненные отношения, допустим, если это бизнес, и не всегда хорошим чем-то заканчивается. У нас очень в стране так распространена такая проблема, что люди не умеют разграничивать личное и работу. И в это личное как раз-таки входят отношения с сотрудниками. Изначально я считаю, что не стоит все-таки это начинать, поскольку ничем хорошим это ни для кого не закончится. Вот. Но иногда создают семьи, рожают детей, и хорошим заканчивается? Ну, это в крайне редко и в таких очень частных случаях. Я считаю, нужно воздерживаться от служебных романов. Почему? На работе должны быть такие деловые отношения больше. Но ведь некоторые создают семьи, и прекрасно все у них. Ну, если оба человека свободны, почему нет? Я считаю, то, что работа – это работа, а романы уже за работой надо заводить. В принципе, у нас так и случилось. Познакомились на работе, а завели роман после. Для этого пришлось уволиться? Для этого, да. Кому из вас? Оба. Потому что у нас начальство не поддерживало, так сказать, отношения на работе. Только работа и все. И мы ушли. Да. И сейчас счастливы? Конечно. Безумно. Безумно.